Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Донни, а также Тоха и Тортик, и сегодня мы снова играем в BMG Drive. Всем салон, народ. Здрасте. Пока мы здесь стартом стоим на стартовой линии, Тоха бороздит просторы космоса на своем Делориане. Ребят, сегодня у нас шоу под названием «Прыжки через разрушенный мост». У нас есть мост, который поломался, и сегодня мы будем пытаться перелететь его на различных автомобилях. Ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал, это очень важно. А пока Антон вернись в семью, уехал Антоша опять я в космос. Ну, а мы пока стартом меняем тачку. И смотрим, кому что достанется в этом раунде. Меняем машину рандомно. Ой, ламбо мне сразу выпало, это неплохо. Ой, это за М5. М5 какая-то. Так, Антон, вернись, пожалуйста. И можешь вырубить свой движок очень громко, пожалуйста. Да, в смысле, я не могу ничего сделать, у меня грузится ваша машина. Так, у меня опять-таки это ламбо. Очень классная какая-то там мурсилага на каких-то обвесах диких. У торта это какая-то, это М5 на оффроуд колесах, да. Чего? Это новая F90, которая последняя рест еще самая главная. Без шильда BMW, однако, на самом-то деле. Да. И Астон Мартин у Антона в итоге, хорошо. Окей, цель попробовать перелететь мост, там засейвиться дальше. Ну и если мы до финиша доезжаем, плюс балл экстра мы зарабатываем. Поэтому давай, Антоша, отсчеты будем мы газовать. Антоша подавился. Молодец. Молодец. Давай тогда торт отсчет, раз уж такая ситуация. Давай, торт. Раз, два, три. Поехали. А я забыл, что на газ нажать. Да, забыл, ну ладно, ничего страшного. Капец, там торт шустрый. Давай, пропускаю. Ага. Спасибо, 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 спасибо. Так, нормально. Скорость хорошая. Скорость еще хорошая. Полет. Сейчас прыгнуть нормально. О, что? Тоха! Тоха! Тоха, у тебя впилякался, да? Впилякался, впилякался, впилякался. Прям в жопу. Понял. Ну, Антоша, он такой, как бы, на самом-то деле. А можно как-то перевернуться? Я чё последний? Я чё последний? Но меня жестко перевернуло, поэтому я понял. А меня Тоха в задницу поднул. Я понял. 3 балла Антону, 2 балла торту и 1 балл мне. Ламба, ребята, подкачала конкретно, скажем так. Ладно, пока обратно вставайте. Это был раунд максимально в молоко, скажем так. Да уж, ладно. Антон, вернись пока в семью. Опять-таки, мы меняем тачки. Грузим, смотрим, кому что достанется. Так, это пока Бимкина не считается. Бимкина. Так, Porsche Panamera мне в итоге достался. Это Turbo S, интересно. Даже не знаю, не знаю. Не видно шильдов вообще никаких, кроме надписи Porsche. Так, там, что там кому выпало в итоге? А, GTR я вижу прикольный. Ой, ламба новая, о, которая Countach новый, да, прикольно, прикольно, да. Окейушки, да, будем стартовать на счет 3. Давай, Антоша, отсчет. Так, сейчас. Спорт, супер, ультра, мега, дрифт. Давай, поехали. Окей, явно Антон быстрее, чем мы стартом. Я, а почему ГТР не поехал? А, все понял. Так, ну теперь скорость-то хорошая. Теперь нужно перелететь, засейвиться и доехать до финиша. Вот что нужно сделать, пацаны. Поэтому приземление вроде как Антошу развернуло, я вижу. Да, так, сейф, сейф, да, сейф, сейф, да, сейф, да, есть, да. Сейф. Сейф есть, Антоша. Антошу обгоняем. Там торт как, тоже же пока жив еще, да? Слушайте, ну норм. Что такое? Выпал? Выпал? Меня выкинуло, да. А, я понял, понял, понял. Из игры? Но я буду первым. Нет, на финише стресс. 3 балла за финиш, да. Плюс еще балл за экстра, то есть как бы за финиш. Касаемся стены, зарабатываем экстра балл, хорошо. Офигеть, какая плюшка получилась, просто смятку. Mm-hmm. Антоша у нас доезжает до финиша, зарабатывает 3 балла, 2 балла плюс 1 в итоге. Ну и 1 балл у нас у торта, торт не доехал. Ну хотя бы не выпал с моста, как бы да. В яму я имею в виду, поэтому норм. Ладненько, меняем тачки, грузим, смотрим, кому что достанется. Так, это пока Бимкина. Ой-ой-ой, что мне выпало, ребята? Разгонится ли Торетто? Получится ли у Торетто разогнаться, перелететь? Когда он ехал в том самом фильме, поезд то не смог обогнать, его поезд вынес. Что ты делаешь? Что делаешь? Так вот хочешь? Так, и ждем еще машину у Антоши. А Антоша в итоге что? У Тохи это... ГТР? Да, это ГТР, да, какой-то заряженный опять-таки. Очень заряженный. Страшный, но заряженный. Давай, Антоша, отсчет. Сам ты страшный, ГТР красивый, это мой ГТР. Давай отсчет твой ГТР, да, давай. 3-2-1. Поехали. Антон, ГТР. Так, я понял, вы оба очень быстро. Ой-ой-ой, Тоха хотел вынести торта.
Тартара, ага. И меня развернуло, прикиньте, Тартара. Пацаны. Боже мой, какая же эта машина вообще фуфлиная, просто, пацаны, я не могу на ней разогнаться, ее разворачивает, вы угораете. Как у вас дела, рассказывайте пока. Смотрите, перевернись. На крыше, да, тот лежит? На колеса. Тоха! Пожалуйста, поехали. На колеса. Давай. Ну куда тебе так крутит? Я догнал свое колесо. Сейф, я вижу Тартар, нахрен кто-то едет! Ты что? Куда ж ты выехал? Меня сдох движок! Нет! А, вы вынесли друг друга? Да, Тор стоял, я в Тарта влетел, нафиг, Антоша первый. Можно не торопиться. Антоша первый на финише. Ты не поедешь на финиш, наверное, все-таки. Ну, не такой. Короче, 4 балла Антоше, мне 1 балл. Тарту 2 балла, да, я понял. Да, пацаны, конечно, все понимаю, нахрен, но эта машина, эта вот Торетто, она очень не подходит для, в принципе, езды где угодно, поэтому меняем пока машину. Я тебя поэтому не стал трогать на старте. Ой, Skyline. Спасибо, да. Хотел тортика, не получилось. Хотел тортика, а у меня, короче, это R34 GTR. Ну такой вид имеет, однако, слушайте, Aston Martin Vanish. А у Тохи гелик, а гелик, однако, очень хороший. Смотрите. На самом-то деле. Да, он еще АМГ, поэтому будет прикольно. Так, давай, Антоша, а что ты будем газовать? Так, сейчас, повышенную, готов? Пониженную, завышенную, обвышенную, ага. Все ставим. Ага. Давай, 3, готов, 2, давай. 1. Ага. Ой-ой-ой-ой, драка, Махач, ага, вы посмотрите. Ага. А чел на гелике оказался неадекват. Кто мог подумать. В смысле? Понял. А он меня не разгоняется. Skyline, ребята, не разгоняется. Фига, Тоха уходит. А гелик хороший оказался. Куда ты? Я хотел остановиться. Ты куда погнал, братуха? А это сейвлюсь? Нет. Он не перелетал по скорости. Я тоже. Я думал остановиться и не дать вам проехать, но... Да. Мне ноль. И Тохе ноль. А Торт доезжает до финиша, приземлился, остался живой, хоть и получил удар в бочину от Антона. Дверь под замену, заднее крыло под шпаклю, переднее крыло, ну, в принципе... Наверное, тоже под замену, скорее знаете, всего. Заднее правое колесо сломано. Да, и ой-ой-ой, держись, и доезжаешь, ема плюшка. Тебе 4 балла получается в этом раунде. Да уж, конечно, ситуация такая себе такая. Ладно, пока грузим новые тачки, пока оставайтесь все рядом, меняем машины, и у меня это... что мне выпало? Это что? Выпало? Это хорошо, пацаны. Согласен. Это очень-очень хорошо. Да, я думаю, что за это можно и лайк поставить однозначно. Так, Ригера у Торта и Субару на штампаху, Антоша. Давай тогда, Антон, отсчет. У него есть реактивный двигатель. Да, как бы, да. А, у тебя реактивка. Да. Давай, Тоха, отсчет. 3, 2, 1. Ага. Ага. Я просто отъехал на всякий про всякий. Да. Я думаю, я вас пропущу, ребят. Реально. Вы уезжайте. А что? Я подожду. Я подожду, потому что у меня есть вот такая вот штучка интересная. Пожить! Ой. Рано, я, кажется, нажал ее, да? Блять. Оха! Я видел эту пулю просто. А вы сейчас все выпали? Да. Так, подождите. Я, конечно, все понимаю, но подождите, а что я так жестко-то выпал? Подождите. А как-то нужно было проехать, чтобы интересно хорошо как потихоньку бы улететь? Нажимать. Потихоньку, нет, смотри, там ты нажимаешь ее, там нет вариантов. Ты заезжаешь на мост и перед самым прыжком просто включаешь. Типа вот так вот, да? Вот, все, вот так вот получается. Во-во-во-во-во-во-во. Вот то, что нужно было деду, вот оно получается. Но, ребята, я. Да. Я вижу, как кто-то в сторону. Ну, это даже опять-таки не финиш. Но опять-таки в этом раунде никому балла мы не даем, потому что я тоже выпал с моста, как и все ребята, поэтому. Ну, до финиша я бы даже сейчас не добрался. Короче, ребят, ладно, это был такой раунд, как бы, как говорится, максимально такой. Короче, понимаете? Шустрый, обычный, да, раунд. Поэтому меняем тачки и смотрим, кому что выпадет. У меня BH335, это E92, если не ошибаюсь. Бентли, Феррари, вы че, вы кто? У меня 3.5, надеюсь, она поедет, да, я очень на это рассчитываю, честно говоря. Ладно, давай в этом случае торт отсчета будем мы газовать. Так, заводимся, давай, раз. Давай. Готов, Антон? Где здесь супер ультра мега дрифт конфигур? Дрифт корс тебе не нужна, братуха, поверь мне. Да. Давай. Давай, раз, два, три. Поехали.
Ой, ну хороший пропускаем. Старт, хороший старт, однако. А меня? И тебя пропускаем. Да? Ну ладно, ладно. Блин, опять скорости нет. Ну опять скорости нет, ну вы чё рофлите? Антоше хватит. Антоше хватит скорости, интересно? Антоше хватит, конечно. А, и мне хватает. А мне как будто бы не хватило. Да, да что ж такое, третий раунд подряд по нулям у меня, пацаны. А Тоха доезжает, а да, тот разломался. Я вообще не сбавляю скорости, даже на прыжке. Капец. После прыжка. Просто Тохе реально пока везет. А вот Тор тоже, в принципе, едет. Но Тоха зарабатывает свои 3 балла. Коснестина, Антон, ты помнишь, да? А, 3 плюс 1, 4 балла Антону. И Тортец зарабатывает свои 3 балла, надеюсь. Смотрим, ну, пока. Пока еще есть такой небольшой флекс по сторонам, потому что Бентли-то поломанная, конечно. Но зарабатываешь, да, здесь уже все в порядке будет, зарабатываешь свои 3 балла. Так, я, конечно, все понимаю, а можно мне уже балла заработать, а то как-то я пока явно проигрываю. Пока грузим мы тачки, и меня это... О, это М5 на расширение какая-то прикольная. Че там? Бугатти Широн! Ну, торта какая красивая. Слушай, хорошенькая, реально очень-очень красивая. А у Тохи-то додж. Ой-ой-ой, слушайте, ну все как бы здесь заряженное нам попалось, поэтому да. Давай, торта, отсчет, и будем мы стартовать. Давай, раз, два, три. Поехали. Ага, конечно. Антон. Антон, ну иди-то ты нахер, Антон. Антон. У меня и так баллов нет, ты понимаешь, Антоша? А Антон, зачем они нужны? Блять. Антон! Ну, Антон! Ну ты задолбать меня решил! Нет! Я пойду еще раз разгонюсь, мне вообще пофиг. Я пойду еще раз разгонюсь. Ты. А че ты респанулся, не понял? А я не долетел. Ну ты стой здесь тогда, получается, ты уже не едешь, получается. Я в канаве, да. Я понял. А как в этом раунде дела обстоят? Так, ладно, пока мы стартуем, смотрим. Давай, BMW. А торт тут выпал, получается, или что? А если бы я пытаюсь тут ехать, меня прям жестко ударил, да? Скорость маленькую развил, да. Так, ну разобрал. Я, ребята, с трудом перелетаю, хорошо, я перелетаю, нормально, я буду первый, скорее тебя, всего. Я хочу тебя снести, стой. 2 балла тебе, мне либо 3, либо 4, я смогу спокойненько ехать до финиша, потому что время-то как бы есть, в принципе, поэтому... Опа, давай в лес. Скибиди-доп-доп-доп, ес-ес, но нет, ребята, я не пойду в лес, поэтому... Она очень хочет в лес, честно вам скажу, да. Это такая битва с BMW, я вам отвечаю. Пусти сейчас. Зверя домой. Реально. Зверюга нахрен. И в дрифте, опа, погнали, и бамс, 4 балла мне в этом раунде зарабатываю. Да, ребят, Антон, конечно, у нас хулигейный. Ладненько, пока вставайте рядом и меняем мы тачки. Смотрим, кому что выпадет. Так, вот такая вот ламба у меня была похожая, но другая конфигурация. Я в первом же раунде вроде на у меня была. Электрочайник, он же Citroen. Прикольный, однако, слушайте, да, неплохо. И у Антона пока додж. Это Porsche Cayman, прикольный у Антона. Ё-моё, слушайте, очень круто, очень круто, какой реально. Красивый. Давай, Тоша, а счёты будем мы стартовать. 3, 2, 1. Поехали. Ага, ты видел, да, что он творит? Конечно. Ну ты видел, что он творит, а? Жук-навозник. А специально за травочку ему кидаю, потом уезжаю просто. Да. Так, ну ладно, полетели. А куда так? А куда? Меня постоянно ударяет. Ляха-муха! Сейф! Минус кардан. Да, выглядит он, конечно, классно. Ну не поехал, да? Ну не поехал вообще. Я понял. Так, ну я еще пока еду, пацаны. Есть шанс 4 балла взять. Торта как будто бы все. Встал, Тоха выпал. Да, у меня заживало. Заживало, да? Торту 2 балла, а я еду за 4 баллами. Надеюсь, заработаю, вот и все будет по кайфу. У нас украшен как какой-то суперспорт Edition, но он не едет ни хрена. Дива, ну 150 км в час, серьезно? 4 балла я зарабатываю в итоге. Хорошо, огонь. Разогнал. 160, ну бывает. Ладненько, пока обратно вставайте. Ну, Porsche, у нас 160, максималка. Ну, это, наверное, не та машина просто. Может, это какая-то, просто. Да, сломанная. Последний раунд. Мы с вами пока машины спавним. Еп, твою медь. Ты вообще глянь, что у меня. Эх, нифига. И у Тохи 223. BMW, ой, точнее, что говорю, Мерс и... Очень жесткий какой-то это Pontiac, что ли. Давай, Тоха, отсчет. 3, 2, 1. Ага, поехали.
Окей, 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 окей. Я поймаю, зацеп или же нет. А вот и то, что Антон делает в каждом видосе. То, что Антон как бы делает в каждом видосе, он пытается кого-то вынести. И торта он реально поломал. Да? Я, наверное, сейчас разгонюсь по новой, да. Я ехать-то выйду. Антоша. Ты себе не людям. Да я знаю, просто я не мог еще вырулить по-нормальному. Ты понимаешь эту ситуацию? Я пытался себя объехать, не получилось. Все, убираем ручки. Так, торт, выноси его, он на краю просто стоит. Выноси его. Да сейчас я заново разгоняться буду. Давай, тортик. Не очень быстро, главное, ей. Да, просто 170 ты вынеси. Вот это было бы идеально. Чтобы никому балла не дались в этом раунде. Меня это устроит. 160, нормально. Вот та самая скорость, которая, в принципе, нужна. Правее бери, правее. Вот так вот правее. Немножко мимо. Ё-моё, это было очень больно. Он поломан из-за тохи была. Да, я понимаю. Ладно, ребят, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал. Всем удачи и всем пока-пока. Пока-пока.